одесситы. У нас 25 июня празднуется Международный день моряка в Одессе. И к этому дню мы приурочили в этом году открытие Одесского морского фестиваля. Уже в третий раз в Одессе состоится Одесский морской фестиваль. Именно Одесский и именно морской и фестиваль. Потому что мы начинаем праздновать 24 июня и заканчиваем празднование 2 июля. И 2 июля мы празднуем День военно-морских сил Украины. То есть фестиваль длится 2 уикенда, и он празднуется на разных локациях. 24 июня мы открываем свои двери в 11 утра в Парке Победы. Это будет формат пикника «Морское воскресенье». Повседневная жизнь – это и отдых, это и культура, это и стихи, и песни, и практически все пронизано этим нашим морским соленым бризом. Поэтому у нас на фестивале будут стенды, где можно будет ознакомиться и с профессиональной частью морской тематики, и с культурной частью морской тематики. У нас будет и выставка маринистов, у нас будет и фотосушка художников, которые снимают море и являются яхтсменами. У нас будет и выставка декоративных прикладных корабликов, которые создаются годами мастерами скрупулезно. Буквально они там создают шедевры, которые потом на самом деле побеждают на международных соревнованиях и привозят в Одессу золото. У нас будут вот даже вот такие представители и будут показывать свое искусство. Моряков торгового флота во всем мире около 1,5 миллиона, из которых 100 с чем-то тысяч – это наши украинские моряки. И так получилось, что после развала Советского Союза у нас как-то вот исчезла общая тема. Исчезла общая площадка, где наши моряки встречались бы со своими семьями, со своими друзьями. Не секрет, что они работают под разными флагами, на разных судах. И вот эта встреча, вот именно этот фестиваль, который он напрашивался все эти годы, он ждал своего момента. Я очень благодарна организаторам Светлане Яровой и Виолетте Велиевой, что они организовали нас всех, и у нас есть свой день, у нас есть своя площадка, где мы можем все встретиться. 28 июня фестиваль едет в гости в город Черноморск, который тоже является портовым городом, недалеко от Одессы находится наш сосед, побратим, скажем так, по морю. Мы гуляем там черноморский пикник. Нас пригласил мэр города в гости. Одесский морской фестиваль едет в гости в Черноморск. А уже 1-2 июля мы возвращаемся опять в Одессу. Мы будем праздновать фестиваль далее на лонжероне возле аквапарка. За эти 3 года работы мне очень прибавилось, так как в нашей семье морского фестиваля людей все больше. И как говорили перед этим, действительно ни одна семья не прошла мимо моря. Потому что у кого не спросишь, что такое Одесса, сразу, окей, Одесса это море, море это моряки. В моей семье тоже были моряки, мой прадед, к сожалению, погиб на фронте в 41-м году на корабле, он был одесситом. Естественно, из Одессы вышел и не вернулся. Но кроме этого, кроме нашей истории, хочется думать и о будущем. Ради чего это все делается? Ради того, чтобы наши одесситы могли принять культуру морского фестиваля, вместе с нами ее зарядить и создать какие-то традиции. Поэтому приходите к нам.